какой Новый Орлеан. Да. Я думаю, да. Кладбище старинное какое-то. Общага? Общага. Еще себе четкие памятники. Знаешь американскую шутку? Многие люди умирают, чтобы ты писал попасть. Это реально мне американец сам. Дай ему варя. Это прекрасный город. Кстати, моей тетке понравилось. Нигде. Моей тетке понравилось, что это классно. Она снимает, она кричит. Вот твоей тетке понравилось. Специально для Юриной тетки Новый Орлеан в 3D. Тети Оли Беловой. Панорама Нового Орлеана 2010 год. 6 лет после потопа Новоорлеанского. В районах озеро разлилось и затопило все дома. Короче, чувак, может, тот говорит, хамбары вытащим куда-то? Можно. Этот говорит, мужик, это прикинь, не океан, а это говорит, озеро разлилось. Вот это озеро сейчас мы будем его проезжать. И залило вот этот город полностью. Это его чуть-чуть. Его даже не отстроили, он вообще все разваленные дома. Крыши и высохли еще. И реально, смотри, дома забитые. Эти районы полностью под водой были. Спой для тети Юра. Ой, некрасиво. Некрасиво. Ржавые поезда. Заржавели. А небо разноцветное, заметь. Это мне кажется. Русский флаг, смотри. Русский флаг, реально. Небо. Внизу синее, красное. Это будет отдельным роликом на Ютубе. Подписан. Для Юриной тети. Новенький Орлеан. Пальмы. Вот это паркинг, Юра. Тут можно 150 траков запарковать, смотри. Ездит на пустом флетбеде, да? Accident.
мостик и озеро. Трак юз правую линию. Правой линии стой. Левая уходит в море. Понял, Юра? Левая для подводных лодок, а правая для траков. Так. Поздравим Юру, у него 9-я скорость первый раз включилась. Точнее, смог вытащить 10-ю. Ну, река Коса или просто море? Это просто река Миссисипи. Или даже не Миссисипи. Это какая-то речка-валючка. Ого! Десятая пошла. Ниже драйв. Снимать, я так думаю. Ну, может быть, есть. О, улица какая-то. Района Зажопинска. Это надо будет вырезать. Музыка. А, все, 10 минут лимит. 10 минут лимит. Все, до свидания, Юра, прощайся с тетей. Все. Всем пока. Goodbye.